тут помада от Фаберлик подъехала. В общем, я это сейчас сделаю расхламление, повыкидывала кучу всего. Вот. И заказала себе помаду. Но не только себе. У меня ее здесь много. Смотрите, помада называется Soft Cream. Вот такая вот. Поближе, поближе покажу. У меня тут их аж 9 штук. Хопа, 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 хопа. Смотрите, какие оттеночки. Вот, сейчас мы с вами будем открывать. Это не только мне, да. Это еще женщинам нашего семейства, поэтому я на всех. Вот. Но какие я заказала себе, сейчас я покажу. Сейчас я открою нежненько эту роскошь. С вами будем пробовать. Такая. Какой красивый цвет. Нежная. Очень нежная. Такая прям муссовая помада. Люблю матовые оттенки, не люблю перламутр. По-моему, я его переела в 90-х. Поэтому. Смотрите, какая красота. Да? Можно еще одну попробовать, кстати. Еще сейчас возьму вот такой вот нюдовый оттенок. Будем пробовать. Нет, нет, надеюсь, мне пойдет. Мне понравился цвет. Ну, так он нежный на каждый день, наверное. Даже кажется светловато немножко. Сейчас я сотру. И попробуем еще одну. Ну, я себе 3 заказала. Вот остальные девчонкам. Они все, кстати, разные. Настолько мы все разные, что и помада у нас у всех разные. Хапнула от души прям. Это тоже такая нежная помада. В общем, конечно, мне нравятся яркие цвета, поэтому мне первая зашла больше всего. Ой, она прям такая классная, очень мягкая на губах. Очень хорошая. В общем, мне нравится. Супер. Вот. Напоминаю, называется Soft Cream. Цветов очень много, 9 разных оттенков. И нежные, и фиолетовые, такие лиловые, как бы, видите, да? И разные прекрасные.